94 новых случая заболевания коронавирусом выявили в республике за последние сутки. Таким образом, в Башкортостане общее число инфицированных китайской пневмонией достигло 2155 человек. Но при этом в стране уже вторые сутки наблюдается снижение общего числа заболевших. В республике пока фиксируется прирост. Вместе с тем растет и число выздоровевших из стационаров. С начала пандемии выписано 669 человек. Но по данным Минздрава республики создано 1329 больничных коек, и пока они заняты на 39%. При этом растет число заразившихся ОРВИ за сутки плюс 700 человек, но и все они направляются на самоизоляцию. Сейчас такой режим положен 23 тысячам жителей Башкортостана.